Из Донбасса вновь приходят тревожные новости. Рядом с пропускным пунктом украинских военных на мине подорвался микроавтобус из Донецка. Водитель решил по обочине объехать очередь из машин. Три человека погибли сразу, еще один пассажир скончался в больнице Донецка. На месте ЧП работали саперы, приехали сотрудники миссии ОБСЕ. О трагедии сегодня говорили в Минске, где состоялись заседания подгрупп по решению украинского кризиса. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Садик заявил, разминирование сейчас приоритетная задача.